строил мат. Дедом в конце его путал. Время истекало. Потом лишние шаги делал. Тут он проморгал, но убить. Я неправильно что пошел. Вообще надо было этого слона бить. Тут у него позиция как бы крепче. Вот были пики, где я могу использоваться. И его уложить. В общем, вся игра.
самый лучший ход какой покажет? Thank you.